Всем привет, с вами Пенни Прец. И сегодня мы будем на кейс батле. И прежде чем мы начнем, я хочу объявить новый еженедельный воскресный розыгрыш. Потому что сегодня понедельник, а значит самое время объявить новый воскресный розыгрыш. На этой неделе у нас участвуют вот такие вот скинчики. Статрековская ТЭК-9, Мортис и П250 Франклин. Таких вот три простых скинчика участвуют на этой неделе в воскресном розыгрыше. Все, что вам нужно для того, чтобы принять участие, быть подписчиком канала от одной недели, ну и можно больше, да, то есть написать под этим видео комментарий, какой-нибудь такой прикольный, там, из минимум из 5 слов, ну и, конечно же, поставить лайкос именно вот этому видосу, вот. Ну, а я полетел на кейс батл испытывать свою удачу, причем самое, что интересно, когда я кручу на изике, пишут, когда будет кейс батл, когда кручишь на кейс батле, пишут, когда будет изик, ну, я их, в общем, как-то вот так вот чередую. Закинул 2 сотки на баланс, никаких промокодов не юзал, 5 рублей с прошлых разов осталось. В общем, у нас, я так понимаю, есть один бесплатный кейс, давай сразу его откроем. О, полтинник прилетел, зашибись, ничего себе, блядь, с бесплатного полтинник, может, что-то еще мне выпадет, да, то есть, охрененно, слушай, ну это прям охрененно, да, то есть, все, короче, сегодня что я кручу сильверы, тут вышла новая коллекция, но я даже не знаю, с 200 рублями лететь на новую коллекцию, вот эту херню я смогу крутануть раз, два, три, четыре, то есть, на 4, ну, на 5 раз у меня хватит крутануть Супер Марио там, да, конечно, можно было бы крутануть, может быть, потом крутану, да, то есть, ну, я по традиции начну с сильвер элиты, хуя там кейс за 6500 был. Сильвер элиты начну по традиции. Вот традиции сильвер элиты. То есть мы сейчас крутанем на все сильвер элиту. Посмотрим, сколько будет, что там выпадет там, да. Откроем, откроем, посмотрим. Вот, боец. Беглец. Понавыбиваем. Дерн. Ну, как бы так. Один окупил, два не окупило, один был около. Прототип тоже как бы надо тоже как-то кейс батл раздуплить. Вон это я изич вон дуплил целую неделю, вот дуплил, а вчера наконец-то раздуплил, и что-то там раздуплилось, а посмотрим. Вот, короче, что мы сейчас сделаем. Если я сейчас открою больше, чем на 200 рублей, вот, я тогда залечу и крутанем Марио крутанем. Вот, крутанем Марио. Под, не знаю, сколько раз, но крутанем. Алоха. Блять, только здесь, сука, алоха 7 рублей стоит. Так-то она вообще 26 стоит. Бронзовая декорация. Не, ну я вроде это, вроде я, короче, больше, чем на 2 сотки сейчас скинов навыбивал. Ну да, должен уже больше, чем на 2 сотки навыбивать. Но ничего, крутим все равно эту. Снова за 7 рублей алоха. Не, ну мог бы порадовать, как вчера этот выпал у меня скинчик-то. Дробовик, который там выпал, блядь. За 6 сотен. Так-то он там что-то за 40 падал, а потом за 6 сотен. И сейчас такая за 7, а потом... Хуяк за 300 там какая-нибудь выпала бы. Вот бы я бы не ожидал бы. Вот бы я от неожиданности бы удивился. Ну смотри, нормально так-то в принципе. Не так-то он в принципе сколько? Рублей наверное, на 350 нападало. О, ну тут уже на все 400. Давай смотрим сколько. 377. 377, нормально. Так, ну-ка, давай в контракты. По цене. По цене мы, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот, восемь. Все, что меньше 10 рублей, мы закинем в контракт на 55 рублей, посмотрим, что отсюда получится. 55 закидываем и получаем 41. Ну, ладно, ладно, не сильно проебали. Ладно, тогда мы летим сюда, мы это все продаем. Давайте-ка крутанем Марио. Сука, я Марио, помню, играл как этот безумный. Что тут вообще есть? Да, похуй, давай крутите, смотреть, что тут вообще есть. Супер Марио. Смотрим, что может нам упасть Супер Марио. Стебель бамбука за 24. Пока что плохо. Пока что плохо, Марио. Марио плохо. Капилляры с... 27. А, блядь, я с экзоскелетом спутал капилляры. 27, фантом.
Слушай, баланс. А ну орёт, блядь, реально, что-то больше 30 рублей даже скина ни одного не дал. Рельсотрон. 90. Да ну нахуй, быть не может. Рельсотрон. Первый скин за 90. За 25, да? Ну, 24,99 копейку, ошибся, ёпта мать. Затерянная земля. 32. Ебануться. Ну, как-то так. Закрученный. Ну, вот это, в принципе, уже что-то, да? Это, в принципе, уже что-то. Этот можно и оставить для розыгрыша. Холодоген. Ой-ой-ой-ой. Как же ты, как же ты, как же ты. Демонтаж. 58. Ну, нормалды, нормалды. Так, давай, что мы сделаем? Нет, мы сейчас контракты. Контракты. Блять, тут в контракты-то особо. $430 набили, нормально. Не, слушай, сайт дает, сука, он дает. Он дает, в принципе, дает. Дает, давай мы тогда тебя продадим. Эту мы оставим. Так, что? Так, тебя. Продаем. Остался за этого кого он? Давай еще Марио. Так, сколько? 291. Давай-ка мы попробуем разок тебя. Quake. Я знаю игру Quake. Я в нее тоже играл, когда-то она была. Это окуп должен быть. Это окуп. Это хорошо. Ну ладно, деп я отбил. Давай тогда попробуем пакмен. Я и в пакмена играл. Знаю я, блядь, все эти игры. Ебать, я рос на этих играх, еще б я их не знал. Но это хуйня, да? 63, это хуйня, да? Брат. Не брат ты мне, гнида черножопая. Вот такая вот херня. Чё, блядь, раздуплился, что ли? Раздуплился, сучок? Супер Марио. Ну ты кросс, Супер Марио, ты кросс. Стебель бамбука за 24. Завис, да, блядь? Завис. Не, ну нормалды. Так-то. 300 с чем-то мы подняли. Резерв. Еще раз. И хуйня нам выпала. 398. 386. Нормально, в принципе, нормально, наептать. Стартанули неплохо, как бы. Ну, даже я считаю, хорошо. Можно, конечно, было продать, сейчас опять что-то помутить, но мне что-то кажется, это уже акция. Пороховой дым. Сюдым. Кости, блядь. А, когти. Нормально. Ну что, сколько мы набили? 439. Короче, сделали. И я ее заберу. Я ее заберу по одной простой причине, что, ребят, мне нужно по субботам что-то вам разыгрывать. Она такая нормальная, когти. Прикольненький скинчик. В общем, все эти скинчики я забираю. Ну что, X2 сделали. X2 сделали, наконец-то хоть что-то получилось на кейс батле. Хоть видос не сливной, короче, хоть не сливной видос получился. В общем, что? Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И, конечно же, участвуйте в розыгрыше, который у меня проходит. Всем пока и до новых встреч.